В России в очередной раз идет волна рейдов по мечетям, забегают ОМОНовцы в своих грязных сапогах, топчут своими ногами места, где мы падаем ниц перед Аллахом, якобы там они ищут террористов, иммигрантов и преступников. Меня очень огорчает данная ситуация, очень огорчает, потому что в нашей стране так быть не должно. Не там они бегают, эти люди в масках. Не у молящихся нужно спрашивать документы, а вот у этих бандитов в масках. Если даже вы хотите что-то сделать, должен зайти один человек, разуться, подойти к имаму и сказать: сейчас мы собираемся проверить документы. За мечетью на выходе будут стоять люди в масках. И мы собираемся проверять документы у всех выходящих из мечети. Вот это я понимаю. А то, что сейчас произошло, что это такое? Что за агрессия против мусульман? Что за агрессия против молящихся? Что происходит вообще в нашей стране? Не знаю, кто должен обратить на это внимание, но обратите, пожалуйста, обратите внимание, что-то происходит ненормальное в нашей стране. Пацаки, друзья, вот по поводу мечети и мусульман высказались два наших бойца. И Хамзат Чумаев опять не остался в стороне. Мы мусульмане. Мы должны молиться, и никто не может нарушить наши молитвы. Он приветствует всех людей и призывает к объединению, потому что Аллах един. И те люди, которые являются заказчиками этих действий, провокаторы, призывают не поддаваться этим провокациям. Баракаллах. Спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии и обсуждения. Аллаху Акбар. Окей, гайс. Так, я должен уйти. Вот так. Катай. Куси. Куси? 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 Ходи. Не мешай. Они зубки. Они зубки. Они зубки. Бисмилля. Яблоки. 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 Тебе вкусно? Все. Ма. Пока. Они... Они есть. Ломает? Да. Яблок. Мама. Скажи, лошадь, не ломай. Не ломай. Не ломай дверь, не ломай дверь, скажи, лошадь. Он больше кушает, даже? Да. Возьмите колосики. Колосики, лосики. Он кусается. Кусается? Да. Давай есть.